сука, вот у меня такая первая мысль была, типа, какого хера, я сейчас попробую записать эти несколько видео, и ВК обрезает, сука, мое лицо, получается, такое ощущение, что, типа, ты, короче, взял свою мобилу, типа, взял этот скотч просто и перемотал ее к своей роже, и, типа, ну, блин, то вид на картинке обрезается, что за дичь? Люди, конечно, видео снимают там всякие видео-сторис, но я не хочу снимать видео-сторис, потому что они пропадают, это полное дерьмо. Типа, я хочу снимать обычные видосики, раньше я, конечно, выкладывал на YouTube. Кстати, погода в Питере какая-то вообще. Чувствую жопу. По-моему, на меня еще что-то капнуло. Осадки. Такая вот херня. Что делать с этими видосиками? Я пока вообще не разбираюсь. Такое чувство, что какой-то дед, блядь, старый какой-то. Какие-то уже, сука, новые технологии появились. Что-то там сами обрезают. Искусственный этот интеллект, блядь. Как это называется? Не знаю, как это называется. Когда, типа, умное видео. Типа, есть же хуйня, которая называется «Умный дом», а это, типа, умное видео. Оно само решает, как лучше обрезать видео, но ни хера. Типа, я вот сейчас смотрю, хотя не важно. Все, пизду, надо разобраться сначала, как это все работает, потом снимать видосик. Твою мать, что за вообще?